Саксофон – символ эпохи джаза. Его голос называют бархатным, чарующим, магическим. Екатерина Староверова впервые взяла в руки этот музыкальный инструмент в 8 лет и не расстается с ним по сей день. С теплотой в голосе сейчас вспоминает она свою первую сыгранную мелодию «Розовую пантеру». Изначально я собиралась идти на флейту, но меня отправили к учителю, который преподает саксофон, Синицкому Игорю Александровичу. Мне очень понравилось, как он играет на данном инструменте, и решила то, что после блокфлейты я буду заниматься именно на саксофоне. Играю я классические произведения, мелодичные, иногда, с быстрыми частями. Екатерина побеждала в международных и всероссийских конкурсах, однако на московской площадке играла впервые. Как призер фестиваля «Москва встречает друзей», она выступила в картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова. Вообще там не было даже зрителей, поскольку у нас сейчас пандемия. Это было не так уж страшно, просто напротив камеры играть. Но так все равно волнение какое-то было. Все-таки в Москве играю. Екатерина – академический саксофонист, играет преимущественно классику. На фестивале выступила с произведением композитора Ганса Хьюмана «Славянская фантазия». Она привлекла саксофонистку своей мелодичностью, а также быстрыми частями, которые позволили показать жюри более сложные приемы игры. Готовиться к выступлению в период пандемии было непросто. Когда человек уже достаточно взрослый, по-взрослому играет и достаточно профессионально, необходимо тесное сотрудничество, достаточно плотное такое, потому что телефоны, все эти камеры, они не передают того, что передает вот акустика, допустим, вот этого зала. Вот. И нужен непосредственный контакт учителя и ученика. И времени на подготовку оказалось совсем немного. В следующем году Екатерина завершит обучение в классе саксофона. На выпускном концерте она готовится сыграть уже полюбившуюся мелодию Ганса Хьюмана «Славянская фантазия». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.